Новый садик на Девичьей Сопке. Анна Шишкина ждала очереди для сына 3 года. А теперь сразу счастье. Детский сад рядом с домом. В учреждение сумели попасть очередники и льготники, например, военные. Новое есть новое. Все красивое, все замечательное. Прекрасный коллектив в садике, прекрасная заведующая, воспитатель у нас хорошая. В 2015-м Чите открывают 2-й детский сад. 1-й в микрорайоне Царском, 2-й на Девичьей Сопке. Кроме того, планируется открыть 5 дополнительных групп в уже действующих садах. На Малой вновь откроется детский сад на 150 человек, в 90-х перепрофилированный под другие цели. И также у нас запланирован на этот год, мы сейчас уже готовим проектно-сметная документация, она уже готова, сейчас проходит экспертизу, буквально день-два, да, и мы будем разыгрывать конкурс на реконструкцию детского сада по улице Малой, Малая, 9. Общая очередь в детские сады в Чите сейчас составляет 14 400 человек. Городская администрация, правда, совсем не учитывает детей, которых родители устроили в частные детские сады или детские образовательные центры. Такой статистики просто не существует. Ирина Трофимова, Егор Мясников, ЗапТВ.